Лучших работников краевых и районных газет, журналов, телевидения, радио и новостных лент наградили в краевой столице. Благодарности и грамоты получили более 60 человек. Одним из первых кубанских журналистов в своем микроблоге поздравил губернатор Александр Ткачев. Цитирую. «Со многими журналистами знаком лично, видел, как работают в сложнейших условиях. Взять Крымск, например, или Олимпиаду в Сочи. Я рад, что в журналистской среде есть площадки для споров и дискуссий. Как говорится, чтобы власть не расслаблялась. И вообще, успехи Кубани в последние годы я лично связываю с профессиональной журналистской работой. Огромное спасибо за поддержку». Конец цитаты. Напомню, отчет «Кубанская журналистика» ведет с 1863 года. Именно тогда впервые вышел в свет первый номер газеты «Кубанские войсковые ведомости». А сам праздник кубанские мастера пера и микрофона отмечают уже 13 лет. Он был учрежден постановлением Законодательного собрания Краснодарского края.